Вот, ребят, смотрите, сейчас вот про этот аккумулятор скажу. Вот это родной аккумулятор, но он вообще уже сдох, в принципе, и практически еле-еле работает. Там заряд 3,8 вольта только, как бы, и все, наверное, больше нету. И вот такой докупаете, видите, Wireless Changing обменник, да, ну, в общем, ну, здесь это типа спирали такой, да, и контактная группа. Вот эта контактная группа как раз подходит вот эти вот к ноуту 4, вот и они. И вставляете его, да, ну, на свой аккумулятор, прямо там на липучке прилепляется, очень просто все. Вот. Вставляете его, на Алиэкспрессе заказываете вот эту штуку, и я сейчас вот объясню. И вот такая вот, видите, вот у меня штука здесь в автомобиле установлена, беспроводная зарядка прям. Я сделал ее из чехла, из старого, ну вот один, по-моему. Ну, сюда прям вставляются хорошо, если в обложке даже в эти, как бы, аппараты. Вот. Здесь она с фонариком, ну, вот я ее за лентой залепил, чтобы она мне не слепила, видите. Вот. Ну, вот так вот как-то. И вот так вот, когда вставляете здесь, копа, что там получается, вот видите, пошла зарядка, вот видите, 22% пишет уже, вот видите, такие штуки пошли, видите, вокруг телефончика, ну, говорят о том, что беспроводно заряжается, и вот пошла энергия туда, да, вот. Вот такую можете себе на автомобильчик установить. И не надо, допустим, бывает так, что тыр-пыр, там, знаете, вот быстро нужно сделать, там, мало ли, какая ситуация в дороге. Сразу его с подставки. И пошли сразу снимать там дорожное происшествие, например. И также легко поставить, и, как говорится, потому что туда-сюда дергать бывает. За день там вылезаешь из машины по много раз, и чтобы не скоммуниздили там телефон или что-то еще не залезли. Надо его забирать с собой, а он лежит как бы на видном месте, да? Ну, вот такая вот штука очень удобная будет для вас. Вот, видите? Это Prius, вот такая магнитолка, но это я рассказывал про нее, видите? Вот, сейчас кино играет. Ну, такой вот, ребята, такая вот у нас сегодня темка. Если кому-то заинтересовало, то спрашивайте. Вот, и, может быть, у кого и заинтересует, еще вот можно такую штуку установить. Показывает вольтаж. Ну, вот, например, это сейчас система полностью. У нас сейчас от высоковольтной батареи все работает. И посмотрим, можно ее напряжение посмотреть. Видите? 13,5 вольт. Ну, там температура дает и время. Ну, такая вот штука, в принципе, ребят, вполне удобная. Делайте себе на автомобильчик и как бы модернизируйте свой транспорт. Ну, вот, в принципе, у меня все на сегодня. Спасибо за внимание. Сейчас мы включим, посмотрим, как он работает. Вот и дождик пошел, да? Сейчас посмотрим, как загрузится. Насколько будет показывать нам заряда. Ну, видите, батарея быстро очень садится, потому что уже все, конечно, ей, как говорится, крендец. Ну, такая вот у нас сегодня темка. Спасибо за просмотр. До свидания.